Стресс – это реакция человеческого организма на неблагоприятные факторы окружающей среды, вызывающие психологический дискомфорт. В течение жизни человек постоянно испытывает незначительные стрессы. Они портят нам жизнь и не приносят радости. Что же такое стресс, расскажут наши маленькие эксперты, а также дадут хорошие советы, как с ним бороться. Рубрика «Размышлялки». Не переключайтесь. Привет, друзья, это снова я, Гоша. Как здорово встретиться с друзьями в моей любимой планете игр. Детская комната, лабиринт, аттракционы, батуты и суперские призы. Встречаемся в Гранде на третьем этаже. От стресса можно избавиться, вот если контрольная работа, например, и ты не подготовился, то можно просто пообщаться с друзьями, закрыть глаза и сказать: «Я смогу, у меня все получится, я уверен в себя». Стресс – это, ну, когда люди приходят с работы, и у них начинается стресс, потому что их, например, просит кто-то что-то сделать, а у них начинается стресс, и уже хочется полежать, отдохнуть, съесть вкусную конфетку, включить медленную музыку. На люстре можно включить голубой цвет, если люстра за цветом горит. И тогда можно посмотреть на голубой цвет, и все, стресса не будет. Стресс – это негативная энергия. Стрессом можно бороться, заняться каким-нибудь занятием хорошим. Например, рисованием, конструированием. Можно, например, заниматься йогой. Стресс – это когда люди нервничают, беспокоятся. Отойдите от меня, я устала. Прилечь поспать, купить антистрессовую игрушку, сходить в душ, помыться, прилечь, успокоиться, отдохнуть, на улице там прогуляться. Береги от себя стресс. Стресс – это когда люди не в спокойствии и у них болит голова, кружится, и ноги как-то не ведут себя, не слушаются хозяина, и они лежат и ленятся, все. Все, ленятся, даже телевизор включить ленятся. Бороться можно так: включить спокойную музыку, телевизор включить, лечь, полежать, успокоиться, спокойно полежать и съесть шоколадку.